Круто. Обалденно просто, кайфово. Всем привет. С вами Маша и Денис. И сегодня, как вы видите, у нас телепатия челлендж. И он такой необычный, в такой необычной обстановке. Кому нравится такая обстановка, ставьте лайк. Ну а мы тем временем, наверное, будем начинать, да? Да. Мы переходим к первому раунду. Погнали. И на первом раунде у нас выбор тарелочек, в которых мы сегодня будем делать слайм. Сегодня, как вы видите, выбор огромный. Есть вот такая вот пластиковая тарелочка, есть вот такая вот менее пластиковая зеленая тарелочка. И лухари... Вилладж. Короче, самая максимально вообще люксовая тарелка, вот такая вот белая. Кто же будет выбирать первым, мы сейчас узнаем, когда скинемся на... Суефа, камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ты меня побил, ты выбираешь. Я первый. И я выбираю вот это. Скорее всего, Денис выберет либо вот это, либо вот это. Я думаю, то, что, наверное, он выберет вот... Ни разу такое не делал, будем делать. Вот это. Я выбрала. Выбрала? Да. Все, переходим к второму раунду. И на втором раунде у нас просто самая максимально топовая комплектация лопаточек или ложечек, хотя здесь нет ни одной ложечки. В общем, выбор мешалок для слайма сегодня просто великий. У нас есть вот такая вот люксовая вилочка, палочка для суши, а также самый люксовый ножик. И сейчас выбираю я, чем я буду замешивать слайм, и я уже выбрала. Ты выбрал? Да. Ты готов? Да. Пишите скорее в комментариях, Денис отгадал или нет, и мы переходим к третьему раунду. У нас третий раунд, и на третьем раунде у нас клей. И клей не обычный, а блатной. Элмер супер золотой. Извини, я хотела просто это добавить. На этом раунде, к сожалению, выбирает Денис. У нас есть сиреневый Элмер, зеленый Элмерс и розовый Элмерс. Как вы понимаете, если бы выбирала я, то я бы взяла вот это. Но, к сожалению, сегодня выбирает Денис. И Денис выбирает вот этот клей. Ты выбрал? Да. Я уже могу решать за тебя. Он выберет либо этот, либо вот этот. Будет странно, если он выберет этот. Но я сделаю предположение, то, что он выберет вот этот. Все готово? Да, все. Можно открывать? Да. И смотрим, какие же сегодня у нас будут слимики. Вау! Офигеть! Да, это прикольно. Я просто залипла, честно говоря, вообще. Вы посмотрите, какая у меня красота. Все такое супер блестящее, зеркальное. В общем, просто классно. Красно еще переливается на солнышке, просто обалденно. У тебя красивый цвет? Очень. Сильно красивый? Да. Максимально красивый? Значит, я выбрала то, что ты выбрал. Я прям уверена. Пишите в комментариях, отгадала ли я клей, который выбрал Денис. Я готова. Я тоже, пока пусть стекает. И мы переходим к следующему раунду. У нас с вами четвертый раунд. Здесь очень много мух, я очень сильно волнуюсь из-за этого. В общем, на четвертом раунде у нас тоже клей. Есть специальный клей для слаймов. Есть клей HG Brand Glue. А также есть клей Луч. Просто, ну, как вы понимаете, топчик. И сейчас выбираю я, и я свой выбор уже сделала. Надеюсь, Дениска отгадает. Я тоже сделал. Ты догадался, как ты думаешь, или нет, что я выберу? Прям уверен в этом? Я думаю, да, все, наливаем. Все, я налил. Я тоже. Он такой жидкий. У меня тоже. И прозрачный. Да ладно. Да ладно. У меня тоже. Мне кажется, то, что Денис смог отгадать, что же я выбрала. Вот я прям ставлю 5 баллов. Мы переходим к следующему раунду. У нас пятый раунд, и сейчас, наверное, будет самый топовый раунд для Дениса, потому что здесь, как вы понимаете... О, это же мыльные пузыри! Ё-моё, я не догадался. Аплодисменты! Здесь просто одинаковые мыльные пузыри, но разного цвета. Есть зеленые, желтые и розовые. Я думаю, то, что Денис выберет либо эти, потому что сейчас Денис выбирает. Между прочим, ты уже открыл, что ли? Открываю. Я думаю, то, что он выберет... Они запакованы, Маш. Да ладно, и чё? Это была супер важная информация, ты не мог все понадувать? Да. А то, как обычно, ты бы понадувал все, а в итоге ничего бы не получилось. В общем, он выберет либо вот эти, и я думаю, то, что он выберет вот эти. Нифига ты пузырей напускал. Офигеть. Я
хочу к тебе заглянуть. У меня не получается, поэтому я уже наливаю мыльные пузыри в слайм. Тоже налил? Немножечко. Все, я налила. И мы переходим к следующему раунду. У нас какой-то там раунд, я уже сбилась со счета. Пятый, наверное. Или шестой. В общем, неважно, вы уже знаете, здесь все написано. На этом раунде есть пенка мусс, вот такая вот для умывания фейса. Есть жидкое мыло перламутровое, а также есть крем для рук. И сейчас выбираю я. Вот почему самые тухлые раунды достаются мне. Это нечестно, потому что здесь нет ничего интересного. И, наверное, я буду выбирать между вот этим и между вот этим. И, скорее всего, я выберу вот это. Я готова. Так, ты выбрала. Да, я просто залип, короче, прикинь, в чашке. Я вот так вот клей делал и, короче, залип. Так, я выберу вот этот. Так, ты выбираешь, я выбираю вот это все. Все, взял. Открываем, достаем, отрываем, наливаем. Все. Я тоже добавила. Не знаю, догадался ты или нет, потому что у тебя какие-то другие звуки были. В общем, не будем включать Шерлока Холмса, просто перейдем к следующему раунду. И у нас какой-то раунд, и на этом раунде я уже вижу мыльные пузыри, и они почему-то заклеены. Ты хочешь это исправить? Открою, просто посмотрю. Зачем? Давай ты сначала выберешь то, что ты хочешь, а потом уже будешь открывать. Окей? Я выбрал. Я думаю, то, что Денис выберет вот это. Все, можно открывать? Открываем. Походу, все. Машка не отгадала. Слушайте, здесь я добавил штука есть. Мыльные пузыри. Мне в глаза попало, жесть. Че? Мыльные пузыри. Так и надо тебе. В общем, все, я добавляю то, что выбрал якобы Денис, но я думаю, что, скорее всего, он выбрал что-то другое. В итоге играет мыльными пузырями. Кстати говоря, это очень нечестно. Задизлайкайте его где-нибудь. Тебе не надо, вы же задизлайкайте мой видос. Просто пишите то, что Денис играет нечестно, потому что если он не выбрал пузыри, но при этом он играет ими, значит, это он играет не по-честному. Обязательно об этом напишите в комментариях. А мы переходим вообще в шоке. К следующему раунду. У нас снова какой-то раунд, снова бешеный какой-то раунд. Здесь у нас блестки. Это мой самый любимый, наверное, раунд из всех, потому что здесь очень много блесток. Есть такие коралловые блесточки, желтые блесточки, есть зеленые блесточки. Здесь, слава богу, выбираю я. И я уже сделала свой выбор. Это коралловые. Открываем, доливаем, засыпаем. Просто шик и блеск. Вы посмотрите, как красиво. Офигенно. Шик и блеск. Посмотрите, хочется уже красиво. Все перемешать, но я держусь изо всех сил. И мы переходим к следующему раунду. Ну что, дорогие дамы и господа, у нас сейчас еще один очень важный раунд. Реально очень важный. Здесь мы должны выбрать звездочки. Это очень красивые звездочки. Зеленые, желтые и красные. Сейчас, к сожалению, выбирает Денис. И он будет выбирать, скорее всего, вот эти или эти. Мне кажется, тебе все нравятся, скажи честно. Я вот эти выбрал. А тебе нравятся все или какие-то одни? Одни. Реально? А мне нравятся все, я не знаю, что делать. Они для меня все одинаковые. Он будет либо вот этими, либо вот этими, скорее всего, выбирать. Но давайте допустим, что он выбрал эти. И эти блесточки, честно говоря, мне тоже очень сильно подходят. Поэтому я надеюсь, что Денис выбрал именно их. Мы переходим к следующему раунду. Ты готов? Я готов. И это у нас финальный раунд, и на этом раунде у нас блестки, короче, опять. Белые, синие, красные. И в этот раз выбираю я. И я выбираю вот такие. Ты чё, офигел? Вообще-то я выбираю. Натуре, что ли? Да. Ты выбирал вообще-то предыдущие звезды. На этом раунде выбираю я, Денис вас, как обычно, обманул. И я выберу, наверное, вот такие или вот такие блесточки. Вот такие. Вот такие, наверное, выберет. Все, я насыпаю. Я выбрала. Обалдеть, вы посмотрите, как классно. Просто такие сочетания цветов. Очень яркие, очень сочные, очень мощные. И поскольку у нас это последний раунд, сейчас путем волшебства у нас появится активатор. Раз, два, три. Волшебство. Волшебство. Просто волшебство. Перед тем, как активировать, надо сначала, конечно, размешать все это дело. Давай сначала вскроемся. Итак, убирается стена китайская. Боже мой, вообще ничего не отгадала. А ты блесточки отгадал? Или не отгадал? Не знаю. Желтые тоже. Желтые, ты, наверное, это я отгадывала.
Как ты сейчас этим будешь перемешивать? Кстати, я... Волос. Я когда-то мешала слайм такими палками, это было неудобно. Ну что, давай миксим? Блин, у меня такой цвет получается лоховской просто. Он не зеленый, он какой-то желтый. А у тебя какой цвет получается? А у меня получается сиреневый. Блин, мне кажется, у тебя покрасивше, чем у меня. Смотри, какой цвет красивый. Угу. Это не то, что у тебя там блеота, бегемота. Напишите в комментариях, какой цвет вам нравится больше. Мне нравятся в моем слайме красные блестки. Блин, вот если бы не они, просто была бы какая-то шняшка. Такая тепленькая. Вообще крутяк. Ты уже добавил активатор? Да. Я только сейчас добавила. Кстати, так вкусно пахнет. Какой-то, видимо, гель. Да, вижу. Это очень странно выглядит. Я в таком состоянии взял уже слайм. Реально? И смотри, что мне произошло. Я буду это делать все одной рукой, потому что я не хочу испачкать бутылочку из-под активатора. Блин, капец, он так переливается. У тебя тоже на солнышке, да? Прям блестит весь, офигенно. Да он тут прикольно хрустит, слушай. Я прислушалась твоего совета и как бы... У меня так же было все. Да, конечно. Я просто вся теперь в слайме, я не могу дотянуться до активатора. Так, все, теперь о-о-о, добавляем чуть активатора. У меня наконец-то замешивается. Ё-моё, мне кажется, из Эльмерса слаймы делать намного дольше, чем из любого другого клея. Это вообще капец. Просто жесть. Ну, он такой тугой, да? Ага. Такой плотный. Дубовый, я бы так сказала. Так, все, тарелочку убираем в сторонку. Что-то хотя... я переактивировала, походу. У тебя нормальный? Да. Капец. Ты мне когда активатора подлил, ты специально это сделал. Давайте тряпки теперь растягивать. Просто. Воу, как тянется. Сейчас вам покажу, как мой слайм тянется. Просто жесть вообще, почему? Так, давайте натянем. Ну, неплохо кликает. Не знаю, вам слышно или нет, надеюсь, что да. И теперь растягиваем мой мега слайм. Ей, я это сделала. Мне нравится, как он переливается. Слушай. Давай меняться. Давай. Только у меня реально очень плотный слайм. О, ну, давай в него пену добавим. Я решила добавить в свой слайм вот такую вот пенку. Может быть, она спасет его? Как ты думаешь, спасет или нет? Я думаю, нет. Сейчас будет топовая розочка. Смотрите. Блин, реально прикольно. Почему у меня так все такое обычно? Ой, слушай, классно, вообще нормально становится. Ты в меня не верил, а мой слайм спасся. Ой-ой-ой. Плохая идея. Смотрите, как классно тянется, обалдеть, я просто добавила совсем чуть-чуть пенки для умывания, и он стал просто шикарный. Так что лайфхак на будущее. Смотри, какие пузыри. Ого, офигеть. Уже хочу такие. Обалдеть, вы посмотрите, какая шляпка. Как хрустит круто. Какая шляпка? Из пузыря. Шляпка из пузыря. Ого. Класс. Но он все равно рвется. Мне... Вообще, короче, троечку поставлю этому слайму. Мне нравится цвет твоего слайма, а также цвет своего слайма. Какой цвет слайма вы бы выбрали? Скрипите в комментариях. А мы так и не поменялись. Сейчас, погоди, смотрите. Блин, у тебя так дуется круто. Обалденно просто, кайфово. Ой. А у меня что-то вроде и плотный, но он это, не дуется. На. Растягивается. На. Ого. Нифига, он у тебя жидкий. Жидкий, да? Вообще кошмар. Фига, тебе дубовый. Вот и надуваются, наверное, шары такие, да? Так. Битва, кто надует лучше пузырь. О, лопнул. Мне походу кажется, тебя. Это все дело на самом деле не в слайме. А в чем? А в слаймере. Да, конечно. Стопудово. Я-то тут еще надуватель. Угу. Топовый. Давай, раз, два, три. Раз, два, три. И слаймик лопнул. Скрепишите в комментариях, какой слайм вам больше всего понравился и сколько у нас было общих ингредиентов. Мне кажется, я очень мало всего отгадала, но вы там уже все видели.
И знаете что? Не забудьте поставить лайк под этим видео, если он вам понравился. Мы реально очень сильно старались, и нам очень сильно понравились наши слаймы, да? Да. Тебе понравился твой слайм? Мне тоже мой слайм очень сильно понравился. На троечку. Да не, он реально прикольный, я хочу надуть еще раз пузырь. И вот на таком красивом, милом пузыре это видео подходит к концу. Всем большое спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Но мы вас очень сильно всех любим. Увидимся со всем скоро. До скорой встречи, всем пока. Пока.